Вы смотрите видео поздравления, смысл которого в том, чтобы гости смогли сказать пожелания всего лишь одним словом. Важное условие – слова не должны повторяться. В случае повтора гости услышат характерный звук, и слово необходимо будет заменить. Так, одним словом пожелание. Верно. Желаю, да? Нет. Как можно сказать пожелание одним словом? Ты, пожалуйста, еще подумай. Счастья. Успехов. Процветания. Счастья, успехов, процветания уже сказали. А что, так можно было, что ли? Как надо начинать? Одно слово, брат, одно слово, и все это сразу закончится. Счастья, ребята. Ой, дурак. Неимоверного веселья. Я не знаю, что с этим делать. Не-не, подожди, я хочу что-то такое сверхъестественное. Сверхъестественное. Удачи. Очень сверхъестественное. А, сейчас, тогда одну минуту, сейчас я подготовлюсь, подумаю. Давайте, хорошо. Все, начинать? Камера, мотор. Дорогие мои коллеги, я, конечно, в компании недавно, но я со всеми уже подружилась. Этот год был непростым, но надеюсь, в следующем году все будет замечательно и хорошо. Она не может остановиться. А, даже так, да? Ну да. А, я поняла, что вы... А какие уже слова были? Огласите весь список, пожалуйста. Ну, удачи. Что? Опять? Было. Любви. Наконец-то! Может, с бокалом? Ну ты какая! Желаю удачи. Желаю большой любви. Счастья. You serious? Много денег? Денег. Одним словом? Да. Хорошо. Все будете в порядке. Даже лучше. Можно говорить? Ну давай бомби. Благополучие. Ярче. Так одно слово или предложение? Одно слово. Я желаю в следующем году только всем удачи. Удачи и удачи, и еще раз удачи. Прекрасный тост. Удачи. Замечательно. Счастья. Поразительно. Любви. Гениально. Здоровья. Ребята, у меня для вас только одно слово. Любовь. Ишь ты какой. Да вы че? Красота. Красоты. Ладно. Неплохо. Кайфовать. Кайфуем. Коллеги, творческие свершения. Давайте еще раз попробуем. Благополучие. Нет. Давай! Я в тебя верю! Спокойствие. Спокойствие. Только спокойствие. Сытости. С наступающим пойдет, не пойдет? Может, да, может, нет. Все, я готова. Ну, погнали. Упорство. Молодец! Так держать. Одним словом. Бинго! Яблочко! А чтоб не повторялось, кто что говорил. Я же не знаю. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. А всем желаю в новом году семейного счастья. Одно слово только, одно пожелание. Соберись, блин, соберись уже, хватит. Благополучие. Здоровья. Много улыбок. Улыбок. Желаю перспективного года. Переписываем. Одно слово. Одним словом? Прямо бинго! Дерзать. Молодцом! Непотопляемости! Успехов! Благополучие было? То есть мы теперь должны перебрать, да? Ну, типа. Благосостояние. 20 minutes later.
Удачи, процветания. Давайте притормозим. А что там еще не было? Это... не шали. Благополучие. Шутку понял. Смешно. Я, честно говоря, сейчас у меня даже в голову не лезет. Это печально. Ну, радости, счастья, любви, это, наверное, тоже уже все было, да? Будь добры, помедленнее. Я записываю. Радости. 6 hours later. Может, подскажете, чего не было? Я просто скажу. А губа не треснет? Перспектив. Да! С Новым годом, Астел! Желаю всем всего наилучшего, огромного успеха в жизни и побольше денег. Нет. Желаю вам огромного-огромного успеха. 350 очков, буква... Такой буквы нет! Денег? Деньги есть. Дружбы? Молодец, горжусь тобой. Креативности? Стабильности? Здоровья? Оригинальный вы человек. Удачи! Ёкарный бабай! Компания вперед, да? Компания вперед, одним словом же! Вперед! И на том спасибо! С Новым годом! Мечтайте! Талантов! Мудрости! Достатка!